Ух ты, ну ты акробат. На одной ноге. Типа физкультура, да? Ушу, йога. Ладно, давай тогда. А нет, стой, стой, стой. Ты, по-моему, присел, да? Похезать. Возможно. Не буду ему мешать. Ибо меня ждут дела. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр, и это игра Next Day Survival. Давненько я не заходил в эту игру. Вот решил посмотреть, что к чему, что здесь обновилось, чего добавили. В принципе, я как вижу, нововведений здесь не особо-то много. Так, добавили тут у нас только одну военную базу. Вот, где-то она в квадрате G8, G8 или V8. Ну, будем сейчас искать. Так, путь у нас стоит не близкий, так что немножко ускоримся. Просто хочу посмотреть, что там находится на этой базе. Патронов у меня немного. Надеюсь, там разжиться. Но, так, что у нас здесь? Ну, в принципе, 10 человек на сервере у нас есть. Хотя с последнего моего видео народу, конечно же, поубавилось в игре. Я зашел на самый более-менее людный сервер. Так, ну что ж. Ясно. Прицел здесь так не работает. В свое время просто играю в Battleground и привычка. Еще разочек нажать, чтобы особенно прицелиться. Вот. Но это в основном работает на пушках, которые у нас с прицелами. Так, путь у нас не близкий. Будем потихонечку продвигаться. Темнее горит зеленым. Что мне хочется есть, но пока мы с этим повременим. Так, у нас там волк ходит. Я взял пистолет, потому что в пистолете у меня самое больше патронов. Ух ты, блин, как его лагануло, да? Получай, засранец. Так, ну и что? Давайте-ка мы его освежуем. Где мой ножик? Получим из него мясо. Ну, а потом попробуем его сварить или сжарить на костре. В принципе, тут поменялся крафт костра. Если раньше нужно были какие-то кирпичи или камни какие-то найти. Ну, конечно, идея была бредовая. Палки, ну, эти самые, что для костра. Достаточно, по идее, только палок, чтобы его развести. Так что разработчики это учли. И сейчас нужно будет нам потом попозже скрафтить. Так, переставим обратно наш пистолет. Все. Вот даже, кстати, вещи можно сейчас сортировать. Потихонечку делают удобнее интерфейс. Но, честно говоря, мне больше нравится, вот, чтобы было перетягивание предметов. Но этого в самом инвентаре сейчас нету. Перетягивание есть только на своего персонажа. Если хочешь с ним что-нибудь сделать, там покормить его или там полечить. Это вся... А в самом рюкзаке этого сделать нельзя. Так... Все, 12 патрон. Не густо, но что есть. Я надеюсь, хотя бы в этом, на этой военочке я что-нибудь попробую, да, залутать. Так, здесь вроде бы появились... О, дружок. Предатель? Ладно, предатель так предатель. Получай. Извини, дружок. Ну, наверное, у него оружия-то и нету. Наверное, я думал, он бы меня... прибил. Вот, я не знаю, по какой причине он стал предателем. Сейчас осмотрим трупецкий. Блин, кто-то еще ко мне в группу добавить. Но, скорее всего, наверное, этот же чувак меня и хочет добавить в группу, чтобы меня отслеживать. Возможно. Соберем все, что у него есть. Так. Не, ну, все по логике. Предатель. Предатель. Значит, все. До свидания, дружок.
Прощай, мой. Нечего стрелять в людей. По идее, здесь есть какое-то такое ограничение, что какое-то количество раз можно выстрелить своего, если вдруг нечаянно, но если уже периодически, то ты становишься предателем. Вот все предусмотрено. Так, впереди у нас больничка и... Так, ну-ка давай переоденем я эту сейчас. Оно потемнее вроде бы. Так, стоп, как его переодеть-то? А, блин, еще опять ко мне в группу. Да не собирайся никому в группу вступать. Так, где это, где это, где это? Вот оно. Так уже оно не работает, да? Угу. Но еще раз на него. Так, подожди, может снять надо? Сначала нужно снять. Нет, сюда. И слотик положить. Не, ну, конечно, это спорный вопрос. Хотя бы можно было просто перетащить. Да елки-палки, да иди ты нафиг, блин. Принять в группу, да принять. Так. Просто можно было на персонажа перетянуть, чтобы он одел. Обязательно его в слот ставить. Пускай он сам автоматически в слот вставляется. Да, но это все мелкие-мелкие придирки. В основном игра мне очень нравится. Жалко, конечно, что она развивается очень медленно. Опа, кролик? Ну-ка, иди сюда, засранец. Блин, не хочу я на тебя тратить патроны. Блин, как убежал быстро, а? Сейчас бы мы тебя освежевали. Взяли мясо. Ну да ладно, еды у меня, в принципе, хватает. Вот. Что по поводу обновлений? Ну, что по поводу обновлений? У нас, короче говоря, разработчики готовят еще одну дополнительную территорию. Вот, походу... О, рюкзачок синенький. Но, походу, у него гораздо меньше. Сколько у него... Блин, как посмотреть, сколько у него... Хрен его знает. Ладно, возьмем этот самый. Походу, у него меньше слотов. Но зато здесь лут есть. Еда. Кукуруза. Черт с ним. Наш персонаж как бы уже умеет плавать. Ну, в принципе, где это применить можно плавание, я не знаю. На этой карте особо таких глубоких рек и озер нету. Как говорится, все по колено. Здесь у нас ничего нету. Так, а здесь у нас что интересного? Так, это у нас что? Газированная вода. Заплесневелый сыр. Нет, спасибо. Так, 27 слотов. Военный рюкзак черный. Нет, у меня охотничий на 35, так что спасибо. Так, и тот синий, походу, тоже был такого военного вида. Так что, скорее всего, это хорошо, что я оставил этот свой рюкзак. Так, ага. Так, это у нас тут школа, да? Хорошо. Я надеюсь, я смогу обойти ее. Так, что у нас там в школе? Так, вроде ничего интересного. Ну, я думаю, патронов тут в школе резаться не должно. Все-таки как-никак это школа. Еда, возможно. Так, понятно. Я здесь не пройду, да? Блин, а вот товарищи разработчики, вот не чтобы сделать здесь какую-нибудь дырку, блин, лаз какой-нибудь, или хотя бы чтобы перелазил наш персонаж. Нет, блин, а все в замкнутом пространстве, блин. Зашел в школу и все, один выход, который можно спокойно контролировать, что не очень хорошо. Ну да ладно, идем дальше. Здесь я уже был, я как бы немножко побегал, здесь выполнил квест на то, чтобы достать медикаменты. Взамен мне тоже там выдали медикаментов. Немножко вспомнил, как, что здесь к чему. Управление. Вот, так что там сейчас в этой больничке ничего не будет. Так, давайте-ка взглянем, что у нас здесь. Понятно. С едой у меня проблем нету. Сейчас мы потихонечку здесь пройдемся. Ну, а потом еще впоследствии мы разведем костер, пожарим мясо, покушаем. Посмотрим, как это работает. Ибо раньше что-то пожарить на костре было невозможно. Погреться, да, можно было, а вот пожарить.
Это уже нельзя было сделать. Так. Опаньки. Что там за чел? У нас тут еще, конечно, летит наш... Где-то груз у нас летит. Airdrop. Да. Это у нас... Airdrop. Ну и где, как его искать? Где он его сбросит? Нет. Походу, где-то его сбросил. Так, а тот человечек у нас плохой, да? Ну-ка, стой. Стой, дай хоть... Да ёлки-палки, как тебя... Как твой ник-то, блин? Миша или кто там? Ладно. Будем продолжать за ним двигаться. Посмотрим, куда он держит путь. Если горит красненьким, значит он мародер. Ну а мародеров для репутации, ой, это я убить. Как нефиг нафиг. Это плевое дело, так сказать. А где я уже его потерял? Где-то, дружище. Ну, ладно, будем бежать вперед. Скорее всего, я его где-то там. Вон он, вижу. Так, он остановился. Прицельный огонь. Получаю. Убегает, убегает. Походу, не вооружен. Возьмем-ка калаш. Попал. Блин, патроны кончились. Черт, придется стрелять с пистолета. Я его ранил. А, он смотрит. Он хочет прочитать мой ник. Ясно? На. Я тебе не это самое. Блин. Да, он прочитал мой ник. Угрожает мне. Как он мне угрожает. Ой, боже ж ты мой. Так, ну да. У него ничего не было. Заберем у него каску. Каску, это все пригодится. Так. Ну что ж, чувак пообещал меня найти. Ну, посмотрим. Как он меня найдет. Я двигаюсь к базе. Вот. Чтобы ему добежать с его респа. Ну, в принципе, займет какое-то время. Так, хорошо. 8.48. 48 патронов. Я надеюсь, мне этого хватит. Так, так, так. 11 человек. Итак, кто у нас мародер? Мародер у нас Лешик и мародер Игорь Авилов. Так. Странно. Походу, чувак вышел из игры. По-моему, его звали Миша. Насколько я, блин, знаю по нику первые 4 буквы. Ну, ладно, хрен с ним. Нам задача сейчас... Так, я немножко... От курса сбился. Сейчас пойдем сюда. Так, да, вот так. Мне нужно где-то в район Литвиновки идти. Так, перезарядочка спонтанная. А мы идем, идем, идем. Так, возьмем у нас дробовичок. В нем у меня 11 патронов, и это все-таки штука будет поубойнее на всякий случай, если мы встретим волка или еще кого-нибудь. Так, ну вот здесь вот где-нибудь сейчас добегу. Надо будет сорвать ветки. Вот где-нибудь здесь развести костер, да поесть, потому что я уже хочу пить. Белым горит значок еды. Сделаем небольшой маленький привал. Так, 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 так. Где бы мне его сделать? Где бы мне его сделать? Где мы? Ну, блин, а здесь вот нигде вот таких вот зарослей, в которых можно было спрятаться, я не вижу. Так. Ладно.
Сейчас, наверное, пройдем дорогу и там где-нибудь что-нибудь организуем. Вот, казалось бы, карта. Но она настолько, блин, маленькая, что где-то вот уединиться, где чтобы была такая листва, где-то хоть листва, лес, где-нибудь сесть, костер развести. Нет, слева, справа населенные пункты. Вон там машина, скорая помощь заброшенная. Ай, да. Неважно. Вот слева здание. Вот депо у нас, да? Нигде не уединиться. Не сделать шашлычок-башлычок, да? Так, наломать сухих веток. Давай наломаем. Я вот не помню, сколько нужно этих сухих веток. Одна или две? По-моему, две, чтобы скрафтить костер. Сейчас посмотрим. Удостоверимся. Так, ну где мы тут? Наверное, где-нибудь здесь сейчас костер разведем. За этими кустами, чтобы не особо видно не было. Так, давай. Итак, палочки. Стоп, 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 стоп. Сюда. Так. Угу. Так, одни палочки. Одних палочек, наверное, будет мало. Прекрасно подойдет для обустройства костра. Так. Не работает. Ладно. Походу, их две нужно будет, как я и говорил. Сейчас мы тут что-нибудь насобираем. Сейчас что-нибудь-то насобираем. Так, ягоды брать я не буду. Еды у меня достаточно. Так, все. Давай крафтить дальше. Так, система навыков. Сори, промазал. Так, давай. Раз. Два. О, отлично. Так, что дальше? Мне нельзя открыть инвентарь. Так, инвентарь. А, вот он, все, 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 все. Из-за кустов не увидел красного. Так, где можно разместить? Вот здесь. Все, спички у меня есть. И мы разжигаем костер. Разжигаем, разжигаем. Фу, а, так это он только крафтит. А сейчас вот сейчас разжигаем костер. Я думал, он сразу его разожжет. Хорошо. Так, это он сейчас вот его еще разжигает, да? Ну, давай, давай. Ну, отлично. Костер работает. Главное сейчас, чтобы работала на нем готовка. Сырое мясо. У меня их два куска. Отлично. Готовится мясо. Все, работает замечательно. Эх, представляю сейчас, вот если они введут новую зону, если она будет совсем-совсем большая, будет прикольно ее исследовать. Думаю, народу ломанется туда достаточно, как мародеров, так и мирных. Надо будет не упустить этот момент. Так, два куска у нас приготовились. И один из них мы скушаем. Вот, будет интересно побегать на новой локации. Но, скорее всего, она выйдет в начале сентября, что очень печально. Ну, в принципе, играть во что есть. Можно будет сюда еще разочек заглянуть, если не все хорошо пройдет у меня на базе. Так, а потушить его, наверное, никак, да? Блин, ребята, а как его тушить-то, а? Взаимодействовать, ну, хотя бы какую-то опцию, меню там, типа, затушить. Я не хочу, чтобы он горел. Интересно, сколько он горит. Блин, добавлять, блин. Ну, в общем, короче, развивать этот процесс и развивать. Так, мы идем в правильном направлении. Осталось совсем немножко. Вот. У нас здесь амбарчик. Что у нас в амбаре? Ничего. Так, меня опять приглашают в группу. Спасибо, не надо. Так, кувалда. Ладно, кувалда мне не нужна. Спасибо.
Больше ничего здесь интересного нет. Хорошо. В принципе, я иду по нужным мне направлениям. Как только я добегу до бункера... Да, я почти. В8. Так. Я снова подключусь. Тут его еще, короче говоря, нужно будет где-то в квадрате В8 найти. Окей. Где-то у нас здесь бункер. Сейчас только стоит его найти. Так, значит, чуть левее это у нас камни. Так, сейчас мы здесь все обыщем. В принципе, я тут в первый раз. Но бункер как бы должен выглядеть как площадка. Так? Так, значит, сейчас поищем. Где же у нас тут площадочка? Площадочка. Так, здесь не вижу. Ну, я в квадрате В8. Где? Так, тут нету. Странно, очень-очень странно. Так, там камень, бревно. Стоп, давай-ка тогда возьмем чуть-чуть правее. Здесь особо-то не видно. Угу. Так, ну тогда пойдем туда, в эту сторону. Так, вон там я что-то вижу впереди. Скорее всего, это оно и есть. Да, походу это бункер. Походу тут на сервере у нас больше число мирных, но мало ли что. Вроде все спокойно. Можно заходить. О, блин, волк. Черт. Да. Вот и на 2 патрона у нас меньше. Ладно, надеюсь, этого хватит. Будем заходить в бункер. Так, вот мы уже в бункере. Приготовимся. Так, это у нас выход на карту. Хорошо, мы сейчас будем потихонечку пробираться. Посмотрим, где тут военные. Угу. Вроде бы чисто. А здесь чей-то рюкзак. Так, пустой, на 17 слотов. Видать, кого-то тут убили до меня. Я не знаю, насколько они жесткие. Труп, посмотрите. О, елки-палки, сколько оружия. Держите меня, семеро! Так, меня, походу, заметили. Быстренько лутаем, быстренько. Так, блин. Елки-палки. Там еще... Это... Все... Жесть. Черт, я даже не успел среагировать. Расслабился. Попав на базу с целью залутаться, я думал, это не составит никакого труда. Но я очень-очень ошибался. Держи его! Уйдет ведь!
Ай, бля! В меня попали! Ай, бля! В меня попали! Держите меня, семеро! Ща в дрожи разгерачу всех! Обходи! Справа обходи, говорю! Я ранен! Держи его! Уйдет ведь! Держите меня, семеро! Я уже разгибаю всех! Жри свинец, мразь! Обходи! Справа обходи, говорю! Держи меня, семеро! Ща в дрожи разгерачу всех! Ты свинец, мразь! Итак, моя попытка немножко полутаться на военной базе не особенно удалась. Все оказалось намного суровее, чем я думал. Сейчас я без своих шмоток, без лута, придется возвращаться в прежнюю территорию к мирным. У меня там была небольшая заначка по провизии и оружию. В этом же населенном пункте у меня ничего нету. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Ну и на просторах Next Day Survival. Всем пока-пока.